Так, сейчас работаем пресс. Значит, не знаю, кто-то знает об этом упражнении, кто-то нет. Он всегда делается с партнером. Делаем в двух вариантах. Самая главная фишка – это сопротивление. Ваш партнер, тот, кто делает пресс, он старается подняться наверх, а вы его за счет рук не даете это сделать. Но надо делать технически правильно. Смотрите, первый подход, мы будем сопротивлять его вот на этом уровне. А второй подход, мы будем сопротивлять его на этом уровне. Смысл какой? Он резко, желательно руки вообще за голову. Вот, да. И он старается идти вверх. И вы его не даете. Вот как бы вот, вы его как бы толкаете вниз. Вот, маленьким. И самое главное, чтобы тут были маленькие движения. Маленькие. Большие не надо. Маленькие. Еще раз. Смотрим. Вот здесь. Вот. 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 Потом отдыхайте. И следующий подход то же самое делайте. Вот не на прямом вы его выпрямленном состоянии, а вот здесь, под 45 градусов. Руки за голову. Руки за голову. Поехали. Вот. Вы его толкаете вниз. Вниз толкаете. Вниз. Вот. Вот. То есть смысл какой? Вот. Маленькими движениями. Поступайте. Понятно? Да.